Привет, друзья! Сегодня будет немного необычное видео, но я уверен, что оно вам понравится. Так что устраивайтесь поудобнее и поехали! Два мальчика попали на камеру, когда автомобиль на полной скорости проехал мимо них. Ребята были в шоке. Один из них ехал на скейтборде, и авто пролетело мимо него в паре сантиметров. Парню повезло, что он остался невредим, а вот про его скейтборд так уже не скажешь. Что бы вы сделали, если бы земля под ногами внезапно исчезла? Очевидно, что этот парень ускользнул от неприятностей и вышел сухим из воды. Эта умница только что в одиночку выбила все шары одним ударом. Да, у нас нет шансов против нее. Крыша этого белого автомобиля была полностью раздавлена, когда на нее упал столб электропередач. К счастью, водитель остался цел, он выбрался из авто. Во время прямого репортажа журналист пытался забросить мяч в корзину. К счастью, ему это удалось, и он шокировал всех. Еще один счастливчик, который пытался сделать то же самое. Он был в шоке, потому что мяч попал прямо в корзину. Водителю автомобиля очень повезло, когда гигантский грузовик на полной скорости врезался в нескольких сантиметрах от него, а водитель продолжил спокойно ехать вперед. Этот водитель черного автомобиля, кажется, спешит. Жаль, его ждал дорожный барьер. Этот футболист решил, что ему очень повезло, что он избежал всех препятствий. Но он не подозревал, что его победит парень, который появился как Флэш из Лиги Справедливости. Иногда взгляд в небо может спасти вас от многих лазурных угроз. Эти 20 трудолюбивых парней даже не подозревали, что они достаточно тяжелые и могут обрушить крышу. К счастью, никто не пострадал. Иногда, даже если вы не едете на мотоцикле, могут происходить драматические сцены. Самое приятное, что вы оказываетесь в безопасности. Вот почему под машиной запрещено спать. К счастью, его машина не задета, но он раздавил другие авто. Некоторые люди действительно благословлены судьбой. Без всяких усилий они всегда выходят сухими из воды, как эти двое на мотоцикле. Перфоратор может создать острые ощущения. Эта стоящая на лестнице женщина родилась в рубашке. Она не пострадала, когда эта смертоносная машина для резки деревьев висела прямо у нее над головой. Некоторые люди всегда сохраняют спокойствие даже в рискованных ситуациях. Этот стоявший на краю парень умудрился совсем не пострадать и медленно пошел прочь. Можете заставить быков драться друг с другом из-за вас. А вот этот парень может. Срезание дерева не в ту сторону всегда может создать небольшое приключение, но только если вы остаетесь в безопасности. Этот ловкий футбольный вратарь двигается как Человек-паук и поразительным образом защищал свою команду. Этому парню повезло, что он остался цел. Гоночный автомобиль мог перевернуться. Иногда приходится расплачиваться за чужие грехи, как этому бедному водителю грузовика. К счастью, он вышел целым и невредимым. Эта миленькая маленькая собачка даже не подозревала, что идет автомобильная гонка. Вот гоночный автомобиль пронесся прямо над ее головой, и бедный пес в ужасе побежал. Этот умный водитель гоночного автомобиля невероятным образом спас свою машину, развернув ее.
Эта собака ни за что не хотела отступать. Этой машине и ее пассажирам очень повезло. Казалось, что машина двигается нормально. Но вдруг внезапно вылетела шина, от нее шел дым, и она разбила чье-то окно. Упорство – ключ к успеху, как демонстрирует эта леди. Но как вы думаете, это настоящий золотой слиток? Игрок во фрисби смог перебросить пиццу из одного дома в микроволновку другого дома. Эта счастливица после разрушительного торнадо во время прямого эфира нашла свою собаку живой. Удача действует неисповедимыми путями. Возможно, этот парень использовал весь свой жизненный запас удачи во время игры. Полицейский случайно ловит вора после того, как тот вышел через заднюю дверь магазина. Удачно для владельца магазина, но точно не для вора. Беспилотник едва не попал в лыжника, когда врезался в склон всего в паре сантиметров позади него. Нужно быть очень храбрым, чтобы просто подумать о том, чтобы совершить этот трюк. Плюс нужны очень впечатляющие навыки езды на велосипеде. Очень сюрреалистичное видео о том, как человек прыгает с парашютом на вертолетную площадку движущегося корабля. Думаем, нужно обладать невероятными навыками и иметь немного удачи, чтобы провернуть такое. Не знаем, повезло ли ему или он просто глупый, а может и то, и другое. Это научный эксперимент, который прошел правильно. Даже НАСА гордились бы этим запуском. И посадка тоже совершенна. Этому парню повезло, что он смог встать на дорогу после того, как несколько раз перевернулся. Водитель в России забыл поставить свой грузовик на ручник, и тот начал катиться в сторону новенького Porsche. К счастью для водителя, ему удалось остановить машину голыми руками. Неужели этот человек только что установил мировой рекорд? Даже не хотим представлять себе всю дополнительную работу, если бы он уронил штабель на других. Очень удачный день для этого парня, когда ему едва удалось избежать огромной лавины. Простой трюк на вечеринке превратился во впечатляющее видео, которым этот парень будет хвастаться до конца своей жизни.
Количество риска и мастерство вождения, необходимые для выполнения этого трюка, астрономические. Это может быть самый крутой теннисный удар, который вы когда-либо видели. Люди, которые боятся высоты или спускаются с крутой горы на максимальной скорости, мы не советуем вам смотреть этот ролик. Думаем, этим парням повезло, что этот медведь просто проигнорировал их и продолжил заниматься своими медвежьими делами. Если вы внимательно посмотрите на нижнюю часть, то можете увидеть, как человек едва спасся от падающей лэп. Удачно для парня, но его шансы на выживание были бы больше, если бы он просто побежал в сторону. Во время гонок этот прохожий был в нескольких сантиметрах от катастрофы, когда решил выйти за пределы гоночной трассы. Айсберг упал в воду, в результате чего огромные волны обрушились прямо на них. Ну вот, как я и обещал, видео было интересным. Не забудьте подписаться на канал, если вы еще не подписаны, и увидимся завтра.